Подзаголовок лондонской Financial Times: Европы пренебрегают в пользу сибирской сделки с Китаем. И дальше вполне логичное объяснение. После санкций со стороны США и ЕС Россия захотела диверсифицировать свой экспортный рынок. Или вот еще цитата из статьи американского независимого агентства Blaze: «Плохие новости для Запада. Россия и Китай идут на сближение. Российская экономика пострадала от санкций. Страна, которой теперь сложнее торговать с западными соседями, обращается к близкому другу на Востоке». Конец цитаты. Издание Business Insider подводит неутешительные для американского бизнеса итоги. Россия и Китай пытаются положить конец господству доллара.